Строительство морского собора на территории Свято-Пантелеимонова мужского монастыря в Петропавловске подходит к концу. Помещение оштукатурили и побелили. Сейчас там производится кладка гранита. Иконостас и внутреннее убранство, а также двери для собора уже закуплены и доставлены. Согласно проекту, высота морского собора составит 41 метр. Он будет вмещать до 500 прихожан. В верхнем храме будут установлены модели кораблей и плиты с именами рыбаков, военных и гражданских моряков, погибших у берегов полуострова. Напомню, что это первый, пока единственный морской собор на Дальнем Востоке. Я уверен, что мы приложим все силы с тем, чтобы он был первым. Потому что сейчас есть перспективы строительства соборов и в Приморье, но Камчатка, она в этом отношении первая. И мы предполагаем, что патриарх Кирилл приедет на открытие освящения морского собора, как он обещал, поскольку он давал благословение в свое время на строительство самого собора. Собор был не часовня, не храм, а именно собор. Надеюсь, что совместными усилиями, с Божьей помощью, где-то к лету следующего года мы все-таки завершим строительство и благоустройство территории. Это станет не только культовым сооружением, как положено, но, как мы говорили, это станет местом отдыха прихожан. Добавим, что Камчатский морской собор станет четвертым в стране. Еще три находятся в Кронштадте, Севастополе и Санкт-Петербурге.